Короче, смотри, вот там самые отсталые, а вот мы с ним прям, знаешь, ядерные физики. Да. Изучали, я уже три ядерных, короче, реактора ёбнул за все время работы. Я представитель компании Reflame, представляю нашу продукцию. Нет, нам не интересно. Бритья, сбрите свои усики. Нам не интересно. Смысл? Иди отсюда. Отвечаю, мне тоже нужны аптечки, я буду строить ядерные реакторы. Могу дать. Я вам скинул. Молодец. Слушай, а себе пчел как сделал? Теперь нужно топливо для урана. А, продавай. Тихо, вот, блядь. Давай. Только используй, пожалуйста, не гранаты, а и флешки, потому что иначе у нас такая вот рачная вещь. Командный центр построен. Да, блядь, у меня падает. Ты сломал ее. Амтарк сломал ее. Нет, что ты сделал? Пацаны, у нас утечка топлива. Уходим. Нарушается температура 200%. Данное видео я записал на проекте Alien Servers. Здесь проводят качественные ивенты и играет дружелюбная комьюнити. Кстати, им нужны новые администраторы, так что можете подать заявку, если вам больше 14 лет. Рекомендую присоединиться к этому новому SCP-SL проекту по ссылочке в описании. Че ёбнет? Смотрите, как фонит, аж светится воздух. Пацаны, нас даже заблокировали. Смотрите, вот, lock it down. Консервация, все. Блять, у меня уже третья нога растет, по-моему. А, нет, это член. У нас немного амсарк палит. Да. Я тут админские дела записываю. Сука. Я ж могу это все подкрутить на редакторе. Не надо. И все узнают про эти темные делишки, вот это все. Вот это как вы деньги пилите на севере, знаю. Лягушка. Инженер, там свет не работает. Иди чинить. Да в смысле? Да лампочку вы сами можете вставить. Ну боже мой, кто обратно ее украл? Может, работает? Понял. Где свет не работает? Вот. А, да, действительно. А фонарик, да? Там где? Открывайте. Стой, не понял. SCP-106 нарушил условия содержания. SCP-106 нарушил условия содержания. Это невозможно починить. Блять, он обратно там. Давай, быстрее. Стойте. Какого хуя? Давай. Да пиздец, вы чё, ёбнулись, что ли? Тут не ловит. У меня ноль полосок. Лягушка. Да я же даже записывать не начал, вы шо, охуели? Охранники! Меня спасите! Хорошо. Да пошли, нам нужно... Там дерьмо в масочке! Пошли. Да я уже понял, одну моего сожрало, блин, коллегу! Давай обмен! Ну давай, кидай! Ага. Кстати, что происходит? На! Ты чё, его подкупил? Нет, я у него по пизже карточку выпросил! Давай, лицом к стене! Аня, стреляй! Двое, убей его нахуй, давай. Будь мужиком. Это подстава, погиби, заломал Д-класс. Нет, Д-класс вооружен. Черт, побери. А, это гномик. Это твои друзья. Это гномик. Гномики черт, не мои побери. Друзья. Мощный хост не надо. Ай, блядь. Че, где? Не воскрешай, не надо. Хорошо, мы с построением. Пиздец, сор. Стой. А, вертолетики! Ой. Самолетик, нет! Шмалет! Ты че по своей стреляешь, Сережа? Блять, да я не Сережа! Да, законты! Блять, еще один! Отступаем! Ох, нихер, бежим! Стреляй! Стой! До свидания! Фу, блин, ты нас спас, братан! Стой, не уезжай! Да нас... Пока! Пидорасы, вы нас бросили, блядь! Да ладно, сойдём! Да если б не тот челик, блядь! В смысле вы? Это я вас бросил, а не мы! Это ни при чем, это я... Ты пидорас! Я тебя ненавижу, нахуй! Хоть фу, блядь! Кто стреляет? У нас тут вооруженный Д-класс! У него был пистолет. Ох, блядь! Я сдаюсь! Что ты такое? Нихуя себе! Лягушка. Бля, ну нам пизда, братаны. О, нахуй, блядь. В одну шку. Давай, запускай обратно, или не в нахуй. Я ж, сука, говорил, что нам пизда. Как, ты как проверяешь, пулями? Да.
Есть еще вариант два. Кидаю гранату. Ладно, я пойду первым. Ха, я выбрался, да, благодаря гранате. Да, я кинул гранату, она не взорвалась, короче. Она пропала. Ого, тут кладбище. Нет, дед! Мы ж тебя разберем нахер. Братан, мы сейчас оба умрем, открой нахуй! Я могу. Стреляй по нем, стреляй, открой! В сторону, я ж стрелять не могу! Стреляй, ради бога, хоть что-то уж делай! Фу, я жив. Я от деда сбежал, и я в него несколько пулеметных лент всадил. Я также нашел там, короче, хаосита. Я не убивал его, потому что, блин, были другие проблемы, он был невооружен. И просил его сохранить, спасти. Лягушка. А можно вопросик об охране? Нет, мы пришли вас ебать и допрашивать, так что валите к стенке. В смысле? Валите, сейчас выстрелю, тебе прям в рожу. И тебе тоже, и тебе. А буду бить, если поворачиваться, сука, будешь. Можно пописить? Нет, нельзя. Быстро повернулся и сына стену, раз так хочется. Давай, ладно. Быстро. Хорошо. Блин, это слушай. Баба, еще раз отойдешь? Я хотел посмотреть, кого убили. Отойди на обосраться. Сейчас колено получишь. Сука, стой. Смотри стенку, разглядывай. Что ты видишь в этой стене? Я вижу железо. Что ты видишь? Я вижу вашу тень. Вы держите оружие. Мне страшно. Прием, помогите. Прием. Кто это, сука? Прием. Мандаринка! Вот ты попал! Так, быстро отошли от мандаринки в другой угол, быстро! Быстро! Каскад! Ученый по имени Мандаринка передавал информацию по рации, нас спалили, я не успел его убить раньше. Неизвестный группировка, подойдите, пожалуйста, к чемпионам для переговоров. Сейчас сначала допрос, потом уже... Принято. Патроны, монетки, контрабанда, да, значит, Пёрпл? Амсер, все, пошли. Принято, сейчас выкидывай кое-что. Так, когда ты иди на переговоры с Могом, бери с собой... Смотри, берешь с собой... подшконку берешь с собой. Где? Какой именно из них подшконка? Вот он, вон, справа вот стоит. Йорш, иди за мной. Если после 5 минут вы не возвращаетесь... Мы мертвы. Тогда... Принято, ставлю на таймер. Пойдем, быстро. Такое дело у нас. Я думаю, вам прекрасно известно, что у нас имеются заложники, верно? Так точно. Да. Так точно, окей. И вы, думаю, прекрасно знаете, что будет с ними, если вдруг вы не устроите нас своим ответом, своими действиями, своей рожей. Вот, поэтому нам бы было на самом деле, ну, очень так неплохо, если бы мы взяли бы по-братски, так значит, разошлись. Как вам такой исход ситуации? Никто никого не стреляет, все живы, здоровы, ну, более-менее здоровы. Но такой вариант мне нравится, на самом деле. Да, вам такое нравится, правда? Да, так точно. Да, нам тоже нравится, абсолютно. Так, собственно, было бы неплохо, знаете, если бы вы бы, так сказать... съебались с нашего пути и не тыкали стволами. А как понимаю, вы хотите забрать на заложников? Ну да, в принципе, они выглядят довольно-таки умными ребятами. Ну ладно, что я пизжу, они у вас дебилы конченые, конечно. Но тем не менее, мы хотели бы их с собой вести, но мы в принципе согласны на торг. Раз уж на то пошло. А как насчет обмена? Информация о некоторых себе объектах на заложников. Ну тут у нас тогда вторая проблема. А какая цена? Как вы оцениваете одного своего сотрудника, научного сотрудника, на информацию? Вот в чем дело. Два объекта класса безопасный. Это один научный сотрудник, а один объект класса Евклид или Кеттер, это тоже один научный сотрудник. По-моему, у вас еврей затесался, потому что... Это полная хуйня, ребята. Нет, мне такое не нравится, такое предложение, потому что за одного человека, за одного живого, здорового сотрудника, своего же... А, предлагаю такое. Вы же говорили, не совсем здорового.
Слушай, не приёбывайся к словам. Но лучше вам фиктивные и поддельные информацию нам не совать, как бы, а то вместо обмена получите одного трупа, разве что. Я им сообщил, что если они попытаются типа подделанную информацию нам подсунуть, то вместо одного научного сотрудника получит его труп. Покажите нам хотя бы просто за троих. Одного. Одного? Угу. По одному не скажешь об их состоянии. Мы приводим двоих и все. Understand? Двоих? Двоих. Сойдет. Dead Inside, можешь привести, пожалуйста? Я тут поставил. Хорошо. Боже, двери за собой закрывай. Но мы можем, в принципе, за житейские темы поговорить, если хотите, да? Дед, ну ты там где? Дед, ответь. Ты, придурок, обратно рацию не включил, да? Никак нет. Стой тут. Я же сказал двух привести. Подожди, я вел другого, но у него почему-то резко заболело сердце. Но мужчина в годах, поэтому наш... Просто у него заболело сердце. Поэтому наш медик сейчас оказывает ему медицинскую помощь. А, хорошо. У этого вообще от переживаний, походу, язык отнялся. Мы не знаем, что с ним произошло. Так, можешь хотя бы предоставить нам информацию о их количестве? Информации о их количестве? Не волнуйся. Хм. Ладно, ладно, есть такое, сейчас мы переговорим. Сколько у нас этих дебилов осталось живых? Короче, вместе с этим 4. В смысле 4? Вы что, блядь, половину народа убили? Понимаешь, там у некоторых была рация, которой они могли связаться с Могом. Так вы их забрали? Ой, пиздец, блядь. А ладно, ладно, ладно. Скажем, что... Блядь, пиздец, они знают, что их тут больше нет, должен быть. Смотри, нет, тут же хранятся SCP-объекты. Мы можем сказать то, что когда мы сюда прибыли, тут был, допустим, 173-й. Да, как вариант. И перед тем, как мы его законтеймили, он убил некоторых научных сотрудников. Скажем по правде, ну, половина правды. Восьмеро было, четверых он угандошил. Да. И мы его законтеймили, спасли при этом ученых. Спасли да. Ученых. Подойдите к контрольному пункту, мы хотим дальше вести переговоры. Че говоришь? Каскад, блядь, не занимай, пожалуйста, эфир. Было 8 человек, значит. Мы в комплексе взяли 8 человек. Но проблема в том, что у вас тут в контейме сохранен... Ну, был как бы задержан 173-й. Так вот этот хреновина, извините меня, успела пришибить четверых. Мы остальных... А что с 173-м? 173-й законтеймлен. Мы его обратно отправили в зону вашего содержания. Каким образом вы его отправили туда? Знать вас не должно волновать это. Блять, братан, придется их по очереди им показывать. Ладно, ну мы им покажем, но... Давай быстрее. Отдавать? Да, отдавать мы будем этого самого бесполезно. Он заблудил, сказал мне на рубинку, как ты начала не слушаю. Тебя укололи, да? Да! Так ты язык не чувствуешь, серьезно? Ну да! Это вам не шутки, вы чего вы смеетесь? Сука! А кто тебя колол? Подводная лодка! Блять! Ёбаный противогаз! Центр операции проходит нормально. Действуем по плану. Решаем проблему. А вдруг это какое-то кодовое слово, это обозначает начало штурма? Блять, ты мне панику хочешь тут развести, да? Нет, нет, я просто предполагаю. Мы будем по очереди вести, слышно? Да, да, да. Пошел нахуй. Ну, слушай, дедок, раз уж мы тут стоим с тобой вдвоем, может, давай истории какие-то расскажешь интересные. Сидят два помидора в холодильнике. Короче, смотри, я чуть-чуть ошибся, и там вместе с этим всего 6. А, их больше? А? Пиздец, что мне теперь больше. Сказать, мы типа двоих нашли, они живы на самом деле. Подожди, блядь. Сейчас их приведут 4. Их 4 приведут, одного оставили там. Это менеджера. Все, понял. Мы можем отдать 4, а двое у нас останутся как гарантия, типа. Но они не будут знать об этих двоих. Так вот, слушайте дальше. Угу. Сидят два помидора в холодильнике. И один говорит, что за клоун тут? А другой отвечает, о, говорящий помидор. Блять, братан, какая это хуйня, слышишь, я? А типа сбегают два ёбнутых, получается, поехавших из психушки.
И тут перед ними, короче, ну, залезает на крышу. А рядом с ними, короче, еще одна крыша другого дома. Им нужно для того, чтобы выбраться на волю, перебраться. Но один с огромным трудом, короче, прыгает, потому что спортсмен, вся фигня. И говорит другу: давай, прыгай, братан, все нормально будет. Тут говорит: не-не-не-не-не, типа, я боюсь. И он такой достает фонарик, и там, короче, получается, он начинает светить ему. Он говорит, типа: смотри, я сейчас мостик с помощью этого света сделаю, с помощью фонарика, а ты по нему перейдешь. На второй ему друган отвечает, типа: слушай, я что, ёбнутый? Ты же его на половине пути отключишь. Он старше ничего. Хорошо, неплохо, мне понравилось. Да-да-да. Короче, докладываю дальше. Наш минер минирует дверь за КПП, собственно. В случае чего, если они вдруг пройдут, а мы договаривались о том, что никто не проходит, то будут сами виноваты и сдохнут. Давайте договоримся. Нет никаких договоров. Чего вы шепчетесь, суки? Что? Они хотят убежать. Кто-то не кто хочет убежать? Убежать? Я сейчас поебал и дам. Че такое? Ты че, охуел, сука? РПГист ты дал поебало прикладом. На! А, не тому говорю. Я кому я там монетки давал? Это ты мне их давал, ублюдок. Мне не подкупить. Да мне их некуда уже ложить. Ты думаешь, мне бабок мало? Да там столовки можно купить. Да мне... Там мне РПшка есть. Ага, точно, блядь, кинул гранату. Гранату убили? Тихо. Ой! Уродки! Тихо, тихо, тихо! Тихо, гепард! Уходите, уходите, Вархед! Вархед, быстро, уходите, Вархед! Боеголовку всех, обратно боеголовку всех. Мы просто хотим избежать кровопролития. Вот и все, вот наша цель. А для этого нам, как бы, вы нужны. Сейчас только что нарушил условия содержания 939, не бил нескольких человек. Еще, возможно, еще один мертв, но это не точно. Вы должны нам помочь. Прошу вас. Кивните, если хотите помочь и ставить в живых ваших коллег по цеху. То есть нет, нет. Ну ладно, мы, короче, еще вернем. Мы предложим более интересный вариант. Фу, сука, блять, урод. SCP-049 отказывается сотрудничать. 079. Ой. Он наш постоянный надежда. Как вариант компьютера, да? Ну да, можно попробовать. Ну, минута две минимум займет. Ай, блядь, мне сейчас жопа треснет. Я уже зеваю. Известна группировка, пожалуйста, войдите на чемпионат перегрупп. Если вы бьете на чемпионат в течение 3 минут, вы вынуждены начать штурм. А что это? Блядь, чувак, я побежал, наверное, обратно. Ты попытайся договориться. Я, короче, тут да, взламываю, скачаю. Да, окей, потом бежи к нам. Можете передать. Давайте. Подожди, а где она? Вы здесь, да? Я открываю гейт, чтобы показать где флешка. Да, давайте. Вот она. А, понял, понял, понял. Да, да, спасибо за задействие. Да, все хорошо, принял флешку. Да, я понял, крайний случай называется как там без баб, да? Ну, крайний случай без... Нет, а вот есть просто без баб, а вот есть крайний случай без баб 2.0. Это как нахуй? Где нам поможет красная карта. Какая карта? И толк, у нас же есть хакер тул. Нет, знаешь, если мы... У нас вот прям крайний случай, мы заберем с собой и МОК, и вообще весь ее фонд, и... Блядь, это хуёвый план, я тебе сразу бы знаю. Говорю, что такое, что такое? Да ты заебал, блядь. Он уже, блядь, третий раз меня хочет подкупить. А монетку верни. А монетка, А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.